забудь меня. Впервые я с тобой не попрощаюсь. Я улетаю и не возвращаюсь. Я ухожу, но сердце оставляю. Как мужчина я настолько собственник, что я не могу позволить женщине даже посмотреть на кого-то. И если она это сделает, позлить меня или еще что-то, то месть моя страшна обычно, потому что я, во-первых, собственник, во-вторых, я дико мстительный человек. Слушай, ну предпочитаешь ты, видимо, блондинок, судя по тому списку. Больше нет лишь? С девушками дружить невозможно. Я пытался пару раз, потому что вроде как, ну, я встречал девушек, которые были заняты, вот, и думал, можно же попробовать дружить, думал я. Наивняк. Не работает. Вот. Все падки, на твой взгляд. Я падкий. Женщина постарше мне нравится. Да, я заметила, кстати, это тоже. А почему вот тебя так влечет к женщине постарше? Мне? Тебя? О, и вот это сейчас как хорошо было. Женщины постарше. В них есть какая-то уже определенная мудрость. В общем, короче, я поняла, когда ты женишься, я хочу задать тебе вопрос. Когда тебе будет сколько лет? Когда женщины помолодеют, а ты папа вырастет. Нет. Когда смотришь на людей, которые вроде как любили друг друга, они, вот они, пум, все вместе, все хорошо, такие счастливые. Проходит год, они разводятся. У них ребенок маленький, вот такой вот. И ты думаешь, куда вы торопились, ребят, ну подумайте башкой немножко. А тебя не смущает, что, может, твоя избранница, да, с ребенком будет? Я очень люблю детей. В принципе, у тебя я роман. Очень люблю детей. Любишь детей? Я жутко их люблю, правда. Они... То есть ты бы мог воспитывать чужого ребенка? Я уверен, да. Ну, а ты вообще привык бороться? Скажи, пожалуйста. Я все время только этим занимаюсь. Ну, ты же, я так понимаю, что ты семья, у тебя такая многодетная, да? Да, я из Тулы. Ну, никогда ничего легко не давалось. Но это, наверное, даже более ценно, потому что сейчас, спустя 5 лет, когда я был в Москве, естественно, когда я приехал, был телепроект «Секрет успеха», я победил, думаю, все, все. Москва сдавалась. Да, все, вот он я, понимаешь, приехал из Тулы. Вот, потом вот эти долгие 5 лет дикой рутины, когда ты понимаешь, что никому ты здесь вообще не нужен. Вот, и никто тебя не ждет в нашем замечательном шоу-бизнесе. Слава богу, появилось кино. В моменты кризиса спасло меня, потому что я зарабатывал деньги, я снимался там, пусть в сериалах, да, но в хороших. Не те, которые ситкомы, а которые... Ситкомы тоже бывают хорошие, хорошо. Сейчас я тоже так сказанул. Но все-таки я мог зарабатывать деньги и помогать семье, когда папу выгнали с работы, мама вообще не работала. То есть я всех мог кормить, и это, ну, правда, спасло всю нашу семью. То есть ты, в принципе, помогаешь семье, ты не из обеспеченной, не мажорный мальчик, да, не из обеспеченной семьи, которая... Далеко не из обеспеченной семьи, скажем прямо, и меня это очень радует даже, потому что, ну, я готов к жизни. Вот, и мне кажется, в принципе, люди, дети, которые вырастали в семье, где периодически, ну, даже есть ничего было, они готовы к жизни, они готовы бороться. Что они готовы, готовы. Конечно. А сколько вас? Трое в семье? Трое. Трое? Старший брат Сережка, сестра младшая Галя и я. А ты еще занимался футболом, я читал. Профессионально, да, занимался так футболом. Так почему он не стал футболистом? Я с 8 лет, моему брату было 10, мы начали играть в футбол. Мы уже профессионально, до этого, естественно, все во дворе играли. А вот и потом стартанула моя профессиональная футбольная карьера. И до 15 я играл, я стал чемпионом Тульской области по футболу. Но в итоге музыка взяла верх? Ну, ты же знаешь, что нужно всегда что-то выбирать. И ты в 15 лет приехал в Москву? Нет, в 17. 17. В 15 я поступил в музыкальное училище Тульское имени Доргомышского на специальность руководитель народного хора. Петь. Я бросил аккордеон, футбол, бросил все. Вот, при том, что, ну, мне пророчили очень хорошее консерваторское будущее. Я был лауреат, дипломант всероссийских международных конкурсов как аккордеонист. Угу. Бросил все и пошел петь.
родители были в шоке в таком. Папа не сказал, что это да совершенно нет, невнятное это, занятие. Слушай, это не особенно то, в нашей стране. Родители уселись вот так вот на кухне. Я стоял перед столом. Вот. И, значит, стою на кухне и помню этот диалог до сих пор, что, ну, как бы, сынок. Только через мой труп. Мама была вообще, она говорила, что это не профессия. Это на сцене, значит, трястись, это все. Причем, когда она услышала, что я иду на специальность руководитель народного хора, потому что меня не брали на академический вокал, мне 15 лет. Там до ломки голоса не берут. И она вообще была в диком беже. Что ты будешь, как старая бабка петь, говорила мне мама. Что это? Что? Какой ансамбль? Вот. И в итоге я им сказал, пап, мам, говорю, если я сейчас послушаю вас и сделаю ваш выбор, то если вдруг у меня в жизни что-то не получится, не дай бог, это будет ваша вина всю мою жизнь. Mm-hmm. Если я сделаю свое решение, то я буду, ну, головой стены пробивать. Но даже если что-то не получится, это моя вина. Mm-hmm. На что им просто они все аргументы закончились. Они сказали, окей, да, давай, сказали. Вот потом я выиграл золотую медаль на Дельфийских играх. Как певец, мама поняла, что, видимо, что-то, ну, наверное, ладно. Ну вот, и потом уже секрет успеха. Москва понеслась, вообще карьера, какие-то деньги начали появляться и все. А как произошла встреча с продюсером Стайн? Это был как раз телепроект в Москве. Это скажи, было... фамилию я-то сразу выучила? С какого раза? Катя, ну фамилию ты стал проговаривать. Я все-таки профессиональный актер, мне гораздо легче выучивать фамилию, нежели чем тебе. Да. Окей, хорошо. Тогда быстро произнеси, пожалуйста. Екатерина фон Гетман-Вальдек. Круто. Я так могу. Ну, ладно. И как произошла встреча? Все равно вырежут эту шутку, она была хорошая. Конечно, шутка, ее оставим. Катерина фон Гетман-Вальдек – настоящая баронесса. И если уже берется за раскрутку молодого певца, то ни капли не сомневается ни в его таланте, ни в мужественности. На телевизионном конкурсе «Секрет успеха» Катерина сразу отметила для себя высокого блондина Воробьева. И до сегодняшнего дня уверена, что не ошиблась в нем. Как выяснилось, я пришел уже в последний день кастинга, это мне потом рассказали все, и молодежь уже не набирали, то есть там конкурс разделен так, молодежь, взрослые и группы. Вот. И уже молодежи было слишком много, и никого не брали уже, и мне, когда я отпел, сказали, Алексей, все, спасибо огромное, все было хорошо, но до свидания. Вот. И кладут мою бумажку с моей фотографией, вот такую стопочку большую. И я стою, в принципе, это понятно, что нужно разворачиваться и ехать в Тулу обратно, все. Но почему-то я встал и сказал очень серьезно так, я стою, возьмите меня, вы не пожалеете, я вам обещаю. Вопрос только, почему они должны были пожалеть, что я им мог обещать. У меня же парень приехал из Тулы, 17 лет, вот такой хохолок крашеный на голове. Вот, широкие штаны какие-то дурацкие, весь, ну, раздолбай редкостный. Ну, вот, и почему-то они сказали, ну, ладно, иди, расписались мне на моей бумажке и пустили меня дальше. Дальше был первый тур. И там я уже увидел Катерину, сидел Меладзе, Ревзин, телережиссер очень известный. Вот, и я уже там начал петь, все дела и все. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне, да, люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших, ай, недостаточно красив. Скажи, а есть какие-то вещи, которыми ты уже гордишься в жизни? Купил папе машину. Мы были мелкие, когда с братом, вот, мы же оба играли на аккордеоне. И папа продал свою машину, чтобы купить нам хороший инструмент, потому что мы оба были, мы подавали большие надежды, все дела, и они с мамой очень много думали, а у папы не было другого заработка никакого, кроме как бомбить на машине. Ну вот. И он продал свою машину, чтобы нам купить аккордеон хороший, чтобы ездить на конкурсы, чтобы это был прям инструмент на всю жизнь. Поэтому это был некий такой камбэк того, что надо что-то возвращать людям, которые столько тебе отдали. Смотрите прямо сейчас. Вот так сейчас отвечу на этот вопрос. Честные ответы на острые вопросы. А где с тобой можно познакомиться? Леш, доброе утро. А где с тобой можно познакомиться? И кто тебе больше нравится, блондинки или брюнетки?
абсолютно без разницы, цвет волос не имеет никакого значения в женщине, потому что чаще всего они все равно крашены. Второе, познакомиться со мной можно в кинотеатре, в интернете, на футбольном поле. Алексей, скажи, пожалуйста, какой был самый дорогой подарок у тебя от поклонницы? Я очень люблю, когда в интернете делают видео, всякие нарезки, и, в общем, подкладывают музыку, мне, правда, это жутко нравится, для меня это один из самых дорогих подарков. Леш, а как ты относишься к тому, что женщина зарабатывает больше мужчины? Ты бы так смог? Я бы не смог быть женщиной, которая зарабатывает больше мужчины. Смог ли бы я жить с женщиной, которая зарабатывает больше меня? Я думаю, это было бы отличным стимулом больше работать. Леш, а ты помнишь, сколько была твоя первая зарплата и куда ты ее потратил? Первая зарплата. Тула, фольклорный ансамбль «Услада», работаю в Тульской областной филармонии, получаю 850 рублей за месяц работы. Дико счастлив, считаю, что я миллионер. И трачу их на то, что покупаю много всяких сладостей, еды, конфет, приношу домой. И все свои миллионы, все свои 850 рублей я согнал за 2 дня. Здравствуй, Алексей. А ты в армии служил? А готов ли стать на защиту Родины, если понадобится? Если честно, если я пойду служить, то только в десантуру, это первое. Вот, во-вторых, я бы с удовольствием, правда, пошел служить. Тем более сейчас год, в принципе, можно себе вообще позволить на то, чтобы, несмотря на то, что почему-то все люди, которым я говорю об этом, они против. Учитывая то, что я чуть ли не единственный человек из российского шоу-бизнеса, которого в армию возьмут, вот, я думаю, в определенный момент я это действительно сделаю. Леша, привет! А ты натуральный блондин или красишься? Вот так сейчас отвечу на этот вопрос. Натуральный. Нет, не ответил. Леша, мне нравится, как ты играешь на аккордеоне. Сыграй для меня, пожалуйста, или просто спой. К сожалению, аккордеона сейчас дома нет. Есть гармошка, гитара или пианино. Вам на выбор. Песня, которая стала буквально триумфатором Евровидения 2011. Что бы ты хотел сказать зрителям, чего они еще о тебе не знают? Хочется пожелать всем телезрителям, которые сейчас нас смотрят, хорошего дня, во-первых. Во-вторых, друзья, я надеюсь, что каждый ваш день будет начинаться примерно так, как мой начаться сегодня. Замечательного красного платья с потрясающего чувства юмора, чая и тортика. Я надеюсь, вы не забудетесь о фигуре, потому что это самое дурацкое, что только может делать человек. Нужно быть счастливым и делать все, что только захочется.